нашей жизни. С букварем. Мне очень хочется пожелать вам радости, гордости за себя, что вы переходите на новую ступеньку в обучении. И, конечно, я очень желаю вам хорошего настроения и чтобы все-все в вашей жизни исполнялось. Начинаем? Пожалуйста. Осыпает нас заря золотым дождем. Нынче праздник букваря, в школу мы идем. Букварю несем подарки, много букв. Букв красивых, ярких. Дорогому букварю говорю благодарю. Быстро месяцы летели, промелькнул декабрь, январь. Оглянуться не успели, как уже звенят копили. И прочли мы весь букварь. Дорогому букварю говорю благодарю. Книгу первую мою берегу и люблю. Хоть пока и по слогам, я ее читаю сам. И с конца, и с серединки в ней красивые картинки. Есть стихи, рассказы, песни. С книгой жить мне интересней. Дорогому букварю говорю благодарю. Если мамы дома нет, то не стану я скучать. Я зажгу настольный свет, чтобы книжку почитать. Книга добрая, живая, чудеса она творит. Обо всем на свете знает и со мной говорит. Спасибо, дорогой букварь, ты научил нас грамоте. За ребят я очень рад, вижу, учатся всему. Счету, грамоте, письму. Хоть малы еще на вид, знают русский алфавит. Сколько букв в нем? 33! Ты на буквы посмотри! Это очень хорошо, что буквы есть на свете. И тоже на память знать и взрослые, и дети. Буквы могут слова превращаться, если с ними уметь обращаться. Буква А сладка на вкус, словно сахарный арбуз. По полю барашек белый, темной ночью брел несмело. Блею он, боюсь я, бе, узнаете букву Б? Буква В есть в слове волк, я легко ее нашел. Что за грохот, что за гром? Букву Б принес нам гном, зацепился он за гвоздь. И упал наш бедный гость. Буква Д, как будто дом. Я в деревне жил в таком. Буква Е есть слово Е. Е заметает ель метель. Буква Ё есть слово Ёж. Ты легко ее найдешь. Узнаешь знакомый звук. Ж жужжит, как будто жук. З звенит, словно звонок, нас торопит на урок. И игрушки, и игра, любит игры детвора. Йогурт из малины, самый наш любимый. Буква К, как куколка, славненькая буковка. Лето, ливень, листопад, я любой погоде рад. Букву М узнал я рано, ведь она и слово мама. М, веселый Новый год, скоро в гости к нам придет. О, похоже на колечко, словно шерстка на овечке. П, прекрасные подарки принесли в пакете ярком. Р, рычит, как будто рысь. Эй, меня остерегись. С, свистит, словно свисток. Удирайте со всех ног. Взял я толстую тетрадь, буду букву Т писать. Веселиться. Замочит буренка Му. Узнаете букву У? Я в лесу нашла фиалку, только рвать фиалку жалко. Буква. Веселиться буква Х. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха. Кап-кап-кап, за капли капля мелкий дождик моросит.
Буква С как будто цапля на одной ноге стоит. Чашки чайник, сладкий чай. Что за буква, отвечай? Я шуршу, как будто шина. Есть я в слове и машина, и с собой я хороша. Вы узнали букву Ш? Буква Щ в слове щит. От удара он трещит. Твердый знак. Знак я очень твердый. Вот того и гордый. Буквы в слове разделяю, только жаль, меня теряю. Буквы и слове бы драку бы щипать. Я мягкий знак, меня найдешь. И в слове льет, и в слове дождь. Это дом. Этот дом похож на наш, у него один этаж. Скачет Юля, как юла, хоть и ростиком мала. Ты твердишь, что я, да я, всех умнее я, друзья. Не забудь, что буква Я самая последняя. Молодцы, ребята, ни одной буквы не забыли, все назвали правильно. А теперь я хочу проверить, как вы научились складывать слова из букв. Отдыхаю целый день. Продолжи, давай. Начинай. Я лентяй. Целый день. Телевизор на диване. Смотреть. Не хочу я буквы знать, книжки не хочу читать. Если кто-то скажет вдруг, почитай-ка, Ваня, покраснею, побледнею, ведь читать я не умею. Лучше спрячем мы букварь. Пойдем прятать его. Давай. Букварь, пойдем с нами. Мы тебя спрячем. Уводи его. Букварь, приходи. Вон туда, в уголочек. Мы принесли буквы. И сейчас покажем букварю, как научились складывать из букв слова. А где же букварь? Куда же он делся? Букварь! Где же ты? Букварь! Нет букваря. Ребята, не знаете, где наш букварь? Да вот сидит на столе. Серенькие мышки, рыбок на реках встать. Мы знаем, где мальчишка запрятал ваш букварь. Дайте мышкам каши сладкой, отгадайте все догадки, это сладко. Вкусная каша! Так, а теперь? Разгадайте наши загадки. Не куст, а с листочками, не рубашка, а шито, не человек, а рассказывает книжка. Поле белое, овцы черные, что это? Буквы на странице. Птицы на странице знают быть и не небылицы. Буквы. Леша. Языка нет, а рассказывает книжка. На странице букваря три войны в ряд. Каждым в условленном месте стоит. И называется он алфавит. Молодцы, ребята, и каши нас угостили. И загадки все разгадали. Мы поможем отыскать ваш букварь. Покажите мне, как вы складываете слова из букв. Ну-ка, покажите быстрее, быстрее. Целый день я бормочу, буквы трудные учу.
он оглухарь, так и выучил букварь. Я в восторге, я кричу, мама, я читать хочу. Я подрос, учусь читать, буквы знаю все на пять. Буквари, картинки, чудо, я по ним учиться буду. Утром книжку я открыл, думал, буквы все забыл, но потом смог по слогам прочитать страницу сам. Вот малыш. На картинке лес грибной. Заблудился, если стой, и кричи скорей, ау, так написано, не вру. Вот малыш, он слезы льет, звуки в плаче издает, так написано, о, детство первые слова. На рисунке птица-гусь, к букве этой подберусь, и добавив букву А, прочитаю, га-га-га. Нарисован в книжке дом. Есть труба на доме том. Валит дым из той трубы. В небе черные клубы. Как похоже слово два. Прочитал их едва. Без картинки букву «ы» не узнал бы их. А вы? Я читал. Чуть со стула не упал. Много в букваре страниц. Слезки капают с ресниц. Ну скажите мне, когда все прочту от А до Я? И смогу ли без запинок прочитать все без картинок? Попробуйте! Как летать, я знаю, скоро по странице порхать вы будете, как
объятия прилили, как небо мир волшебных книг. Научился я читать, в школу собираюсь и хочу ученым стать, я же для всех стараюсь. Все на свете надо знать, в книжках есть ответы, что помогут раскрывать разные секреты. Только скучно одному, мне секреты с вами. Что же делать, не пойму. Поделюсь с друзьями, позову-ка я сестру, Ваську Шалунишку. Все игрушки соберу, прочитаю книжку. Он их попросту глотал за едой и перед сном в лодке с поднятым веслом. На уроках и в саду, стоя, лежа, на ходу, за обедом проглотил он Гулливера с Буратино. Взял он свежий пальто, закусил стихом Барто. А в аптеку шел пока, скушал томик Маршака. Не заметил, как с арбузом съел он Робинзона Круза. Наконец, собравшись спать, взял Хоттабыча в кровать. У него спросили в школе, что прочел сегодня Коля. И ответил Коля так. Написал роман «Маршак», как отважный Робинзон сел в оцепленный вагон и поехал к Лилипуту, был веревками опутан, но его от смерти спас добрый папа Карабас. Смех раздался в школе. Отчего? Не понял Коля. Знает кто-нибудь из вас, почему смеялся класс? Читайте, девчонки, читайте, мальчишки, читайте под вечер чудесные книжки, чтобы гости из книжной волшебной страны пришли к вам веселые, добрые сны. Спасибо, ребята. Вы прошли буквально до корки. У вас по чтению пятерки. Позади нелегкий труд медленного чтения. Вам сегодня выдают удостоверение. Волковой Алине. Колесникову Диме, спасибо. Карельская Настя. Трудаев Рома. Старостина Аня, спасибо. Шиманаев Саша. Саша, Саша, Алина, Алина, ну, начинаем. До свидания. До свидания. Саша. До свидания, букварь дорогой. Трудно нам расставаться с тобой. Книг других ты милей и родней. Мы читали тебя много дней. Не теряли мы времени зря. Не теряли мы времени зря. Знаем буквы от А и до Я. А теперь расстаемся с тобой. До свидания, букварь дорогой. А сейчас я вам подарю подарки.